Всем привет, вы находитесь на канале Big Fire Apple, и сегодня две команды китайцев одновременно выпустили Jailbreak iOS 8.4, которая вышла буквально пару часов назад. Скачать одну из версий от компании Taic вы можете по ссылке в описании. Вот как выглядит их сайт на китайском, нажимаете синюю кнопку, а дальше делаете все по инструкции iOS 8.3, которая выходила буквально неделю назад. Также еще команда Pangu 8 выпустила Jailbreak 8.4, но они опередили Taic буквально на час, может быть даже два. Тоже скачивайте, но, к сожалению, сейчас все идет для Windows, поэтому я не буду делать отдельную инструкцию. По тайгу вы можете посмотреть инструкцию в предыдущем видео, ссылочку я кину в описании дополнительно, если вы не хотите искать и ползать по моему каналу. Тайг пообещали, что не будет никаких проблем при установке, я уже почитал отзывы установивших Jailbreak, у них вроде бы все нормально, CDE ставится стабильно. Кстати, вышел AppSync 8.4 и можете устанавливать пиратские копии приложений и игр совершенно бесплатно. А также коллекция твиков пополняется с неимоверной скоростью. Так что Jailbreak comeback. В общем, устанавливайте Jailbreak и я вам желаю удачи. Пишите в комментариях, поставили вы его, либо пишите ваши вопросы, я на все отвечу, если что, помогу.